Чтобы вам было более удобно пользоваться той информацией, которую я выкладываю в YouTube, я решил разделить ее на два аккаунта. На DocPopov будет выкладываться вся информация, а более научная, более серьезная будет выкладываться на DocPopov, где К пишется как русское К. Здесь будут и конференции, и интервью с врачами, и сложные какие-то комплексы гимнастик. Поэтому я думаю, что вам это понравится.